привет! Сегодня мы будем готовить блины, а снимать меня будет Павел Клинк. Привет! А это не Павел Клинк, это Андрей. Привет всем! Сегодня... Мы встречаемся 7 месяцев. Только сегодня! Готовить блины! У нас продакшн, чуваки! Господи! Шаг один. Нужно взять одно яйцо, если у вас один человек или двое. Если трое, то возьмите, наверное, два яйца, но точно я не могу быть уверена, но я предполагаю. Дальше нужно их начать взбивать. Добавить сахара. Ну так, на глазик. Ну так вот прям, ну как бы сыпешь так, чтобы было сладенько. Мешаем яички. И, короче, вы сейчас на развилке. Если вы добавите сейчас молоко и сделаете, как будто бы, когда готовите торт, типа, все жидкое, а потом, типа, добавите муку, то блины не получится, не надо так делать. А если вы добавите сначала муку, а потом постепенно молочко, то все будет хорошо. Итак, добавляем муку. Ну, сколько-нибудь. Вот так вот делаем. Получилась такая жижа, как бы паста. Это классно. Теперь к ней уже можно добавлять молочко, а потом можно добавлять больше муки, чтобы опять получилась паста, и потом опять добавлять молочко. Вот так вот. Держим в уме количество человек, которые мы хотим накормить. Вот. Вот слишком густо, да? Допустим, слишком густо. Вот так хрясь, чуть-чуть так молочка. Вот. Итак, проверяем на готовность. Так вот делаем. По мне так густовато. Как это определить? Опытным путем. Если у вас кончилось молоко и вам все равно нужно добавить еще немножечко жидкости, то можно добавить воды. Последний этап – это добавить немножко масла. Сколько? Немножко. И перемешиваем. Кайф. Теперь надо взять сковородку. Вот сковородка. Заливаем блин. Берем вот столько. И потрясываем. Первый блин, он собирает все масло, поэтому он такой комом. На себя. А потом вот так вот трясите, пока не зальется вся сковородка. Это супер-мега важно, что не нужно лить на сковородку очень много. Не нужно типа лить на всю сковородку, пока не заполнится. Нужно налить на часть сковородки, а потом распределять рукой и потрясывать прям. Видите, вот здесь края начинают подпекаться. Вот, это показатель. Это значит, что нужно потихонечку вот так вот делать. Раз. Оп. Оп. Учимся еще раз трясти. Блюдо через нить. Краешек вот коричневый становится, когда тогда нужно переворачивать. Так, поддевай. Оп. Такое бывает. Так, блин, на. Это очень увлекательное занятие, делать блины. Очень увлекает меня. Эй.
А еще можно делать секретные послания на блине. Я так делаю для Андрея. Я вам покажу на следующем блине. Это очень схематичная женская писька. Ваша задача сделать бугорочки, которые при переворачивании поджарятся первыми. Стресс. Вот видите? Видите, посередине не была дырка, и можно было бы отчаяться, можно было бы добавить, можно было бы сдаться, но нет, надо было трясти до конца, трясти вот так вот прям. Даже если вам кажется, то, что блинчики получаются некрасивыми, все нормально, они такие должны быть. Да, я согласна. Вот это влага испаряется из блина. И как только, когда вот поменьше пойдет, это значит, что, это тоже показатель того, что блин надо переворачивать. Видите, особо не идет. Все, он высушился. Что случилось? Она заговорила, это ее первое слово. Это было слово папа. Классно! Очень! Хорошо. Спасибо большое, Павел Клинк, за то, что снимал это видео. Спасибо большое, Андрей Клинк, за то, что покушал блины и помылся, пока мы их готовили. Папусечка. Ты видела? Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, палец вверх. Покупайте мою книгу. Скажи лучше про встречу 9 числа. 9 числа у меня будет встреча в Москве в магазине Чук и Гик. На этой встрече я буду сидеть за столиком в этом маленьком магазинчике на Новокузнецкой. Адрес будет в описании. И я буду сидеть за столиком, и вы будете подходить ко мне, и можете подписать у меня эту книжку и купить там. Можете купить какой-нибудь мерч, типа значки, Зины, всякие Лизи. Вот. Приходите, будет классно. Там будет Андрей. Он будет следить за тем, чтобы все хорошо себя вели. Сия. Пока.